Добрый день, сейчас мы с вами посмотрим вот этот замечательный ресивер, это Pioneer SX-636. Это один из ранних пионеров начала 70-х. Вот они есть с такой зеленой шкалой, вот, и есть еще с такой с желтой, скажем так. Вот, ну, зеленая это более ранняя была серия, ну, не знаю, мне они по звуку больше нравятся, тут, конечно, дело вкуса, но мне кажется, они более музыкальные. Ну, этот зеленый цвет, вы знаете, откуда вообще пошел и почему был популярен. Если вот у меня случайно, видите, стоит Макинтош, ну, приблизительно все похоже, все прямо как по классике. Вот, сейчас проверим просто работоспособность. Как видите, вот тюнер включен, вот сейчас играет у нас радио. Индикатор стерео горит, значит, акустика вот это А, это Б, две пары в среднем положении стоят регуляторы и тембр, когда будем слушать, мы их обязательно проверим. Фильтр высоких частот, моностерео переключатель, баланс, это кассетная дека, либо по желанию, может, катушечный магнитофон, можно подключить две штучки сразу. Это loudness, тон компенсация, громкость переключателя режима. Ну, вот эта кнопочка AF Muting, это как бы шум между станциями. Это можно его как бы включить вот так отжать, а это выключить. Но если сигнал слабый, то лучше выключить, потому что на фоне как бы, ну и слабые сигналы может тоже за шум принимать, и тоже вообще не будет ничего слышно. Ну, в общем, так, вот сейчас слушаем пока. Вот. Включаем, да, я забыл совсем. Включаем вот мы акустику первую и поехали. Мол, поляки вот, в боевой готовности, а немцы нет, вот. Еще и не умеют держаться. Вот видите, если выключить, то не будет шума между станциями, но и станции будет не так лихо поднимать. Вот смотрите, это низкие. Это высокие. Баланс, это право, это лево, вот loudness. Но я обычно не пользуюсь так. Вот, вот так вот приемник работает. Сейчас послушайте там композицию, а потом на CD перейдем. Да, вот это я хотел сказать, это как бы просто сила сигнала принимаемого, видите, вот она слабже, сильнее, вот это точная настройка на станцию, когда он попадает в середину, стереодекодер сам срабатывает и индикация стерео работает. Вот. Звонков, но и, конечно, мы сейчас расскажем вам еще об одном продукте. Единственное, сердце болит. Литер. Ну вот, когда я режим мутинг как бы отключаю, то это лучше в условиях слабого приема. Станции будет, ну как бы больше, даже слабенькие будут у вас захватываться и приниматься. То есть вот. Сейчас, видите, с включенной громкостью там что-то ищу, жду, когда что-то где-то настроится. Вот настроилось. Ну, вот видите, как. А это вот у нас Эрмитаж, как видите. Сейчас. Включаем сейчас мы с вами AUX.
режим, вот у нас индикация, видите, AUX работает, фан-корректор, это FM и AM, средние волны. Вот, и включаем CD, и будете наслаждаться. Поехали. Вот вам, видите, вот, видите, это низкие, а же колонки нет. Это вот он, высокие. Вот лаудность. Thank you.
Вот он такой бравый наш парень Брайан Бромберг. Вот так надо уметь играть на контрабасе. Ну, как видите, вот все, если вам нравится, то можно только радоваться и слушать. Вот он. Видите, это вот Эрмитаж. Радио Эрмитаж послушали. На этом, я думаю, можно закончить этот просмотр. Вот видите, какой красавец и как он хорошо играет. Ну, до свидания, до новых встреч. Если понравится, прямо сейчас пишите, я готов его упаковать вам. До свидания.